Тут красота невероятная. Да. Можешь меня поцеловать. А вот и я. Ну подумаешь, Федорова тебе кинула. А при чем тут Федорова? Может, мне просто на тебя смотреть не хочется? Мам, ну что мне делать? Это твой Анатолий Аполлонский, ну просто находка. Мне нужен доброволец. Атлет, красавец. Идеальная фигура для освоения сноуборда. Сейчас же ты спускаешься и идешь вытаскивать нашу маму из лап этого Аполлона для бедных. Понятно? Непонятно. Обалдеть. Ну вот где они, где, а? Ну, что ты, Пашку со Светки не знаешь. Что мы там забыли? Дело в том, что это ожерелье, по преданию, приносило своему обладателю успех в любви. Сколько тебе лет? Мне 12, я тебя люблю. Ну, подожди. Я не могу ждать. Поверь, я готов на все ради тебя. Кому ты подарил ожерелье? Не скажу. Вы же знаете моего отца. Никому не нужный книжный червь. Ты старый зануда. Ну, так я весь него. Светку похитили. Она так кричит. По всему телу. Вступлю в тоталитарную секту и стану фотомоделью. Четыре! Пять! Света, беги! Пап, я не хочу в тюрьму! Пап, я слишком красив! Замолчи! Ложись! Сейчас рванет! Love is here.